Да, меня зовут Мика Микаэла, я феминистская художница. И я считаю, что ну, некоторым образом феминистская художественная практика в отрыве от большого какого-то социального движения невозможна, по сути. И, ну, как бы, то, что нам нужно, это нам нужно взаимодействие художников и активистов, как мне кажется, как я это вижу, потому что ни один, ну, как бы, единичный протест — это очень мало. Ну, как бы, нам не нужен, мне кажется, единичный протест, нам нужна большая активистская сеть, которая будет, ну, оформлять, возможно, свои акции в какое-то художественное высказывание, но нам важно, чтобы это художественное высказывание поднимало широкую дискуссию. Если этого нет, то это вырождается, ну, в узкий между собойчик, как бы, для своих, как бы, вот. А мы все и так это знаем, и нам, мы и так понимаем, мы и так понимаем, почему там в городе сексистская реклама — это плохо. Нам важно, чтобы это поняли еще, там, миллион человек, вот, миллион, ну, там, женщин или людей с любой идентичностью. Женщин, мужчин, там, квир, людей трансгендерных, людей, любых людей. Вот. И что пока, мне кажется, у нас нет активистского движения, наша деятельность немножко, ну, достаточно сильно неэффективна, как мне кажется.